25 января состоялось очередное заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Членами комиссии было принято решение о введении на территории района в связи с осложнением оперативной обстановки особого противопожарного режима. Он будет действовать с 25 января по 16 февраля 2018 года. На заседании прозвучала информация о том, что за период с 1 января по 24 января на территории района произошло 6 пожаров, в которых один человек погиб и один травмирован. Особый противопожарный режим вводится в целях стабилизации обстановки и предусматривает проведение ряда мероприятий представителями органов местного самоуправления, правопорядка и отделом надзорной деятельности. Так, например, планируется проведение профилактических рейдов в социально неблагополучных семьях, при проведении собраний, сходов, информирования граждан о происшедших пожарах и причинах их возникновения, проведение дополнительных инструктажей. Особое внимание будет уделено исправности средств пожаротушения и доступности источников противопожарного водоснабжения.